одна из самых странных моих находок. Испанский дублон найден в немецкой подлодке. В самом сердце джунглей. Круто. Сэр Фрэнсис Дрейк спас жизнь Салли. Вот и мы. Амбала. Я скучаю. Сэр Фрэнсис и его загадки. За кусок смолы погибло столько людей. Где твоя помощь, святой Дисмос? Вот это безумная история. Хлоя, 100 лет прошло. Больше не в моем стиле. Вот они, в укрытии. Я окружен. Яблочко. Порядок. Снова в деле. Вот еще. Живи, пластик. Ну, давай. Вот так. Чемпион. Прощай. Так тебе. Пока. Я еще крут. Ну вот и все. Потом приберусь. Да, сейчас спущусь. Ну вот и все. Потом приберусь. Ну, поиграли и хватит.
Так вот, чем ты занята. Ух ты! Хороший снимок. Чего там застрял? Ну, я кое-что изучал. Вот так это теперь называется? Ну, правда. Ты не принесешь еду? Я почти закончила. Да, да, конечно. Спасибо. Все, есть. Закончила? Да. О. Ну, там наверняка куча лишнего и опечатки, но есть же редактор. Умираю с голоду. Вкусно. Угу. Ну, как у тебя дела? Что? Я тебя не понял. Прости, прости. Как у тебя дела? Оу, очень хорошо. Угу. Ну, все как обычно. Угу. Я выудил из реки кучу всякого хлама. Угу. Да? Ну, ты хотя бы искупался. Был какой-то интересный хлам? Ну, да. Просто жемчужина. Это был грузовик начала 21 века. Раритет. Аборигены называли их фурами. Ах ты, господи. Ну, короче, это серые будни. Лучше про статью расскажи. Ну... Заказ был на такой махровый глянец про туризм в Бангкоке, но вряд ли редакции понравится взятый мною ракурс, потому что я получила просто тонну комментариев про то, какой там сейчас чудовищный смог, что у людей дыхание перехватывает еще на трапе самолета. Ну вот. И, в общем, у меня получилась такая элегия про... А! Ты... Ты что? Где летаешь? Ну, я здесь, у тебя на вид. Серьезно? Что? Ты рассказывай. Мне очень интересно. Да? Да. И о чем же моя статья? А? Что? Вот это? Угу. Про полеты в Бангкок. Что у них там большие проблемы, потому что из-за смога никто не может сесть. Класс. Слушай, извини. Нет, очень смело. Ну, прямо я же очень... был на стадионе, так? По другой стране. Ну, в общем, да, на стадионе.
Джеймсон опять зазывал тебя в Малайзию? Он каждый день зазывает меня в Малайзию. Слушай, я правда думаю, что тебе надо поехать. Да не хочу я. Честно, у него нет разрешений, и мы договорились, что больше в такие дела не полезем, да, просто... не стоит оно того. Ну, не такой там прям уж риск-то. Ну, подумаешь, разрешение. Ну, позвал бы Салли. Сколько вы не виделись? Елена, 2 года? Давай оставим эту тему. Я просто не хочу, чтобы ты отказывался из-за меня. Я отказываюсь из-за себя, ясно? О. Я оценил твой жест, просто... Ладно, пойду-ка я мыть посуду. Стой, я помою. Ну, погоди. Ты вчера мыл. А ты готовила, так что мыть буду я. Ну, или... Или давай лучше что-нибудь прикольное придумаем. Мыть будет тот, кто проиграет. Ты хочешь со мной сыграть? Да, ну да. Давай в эту твою игрушку на приставке. Спорим, я побью твой рекорд. Ты надеешься побить рекорд в моей игрушке на приставке? Ну да, что, испугалась? Да ты даже название не знаешь. А мне и не надо это знать. Я знаю, что там делать. Там надо бегать и прыгать. А у меня к этому вообще-то прирожденный талант. Правда? Что, трусливая цыпочка? Испугалась? Ну все, ладно, ковбой. На, смотри и учись. Я вся внимание. Началось? Нет, грузится. Грузится? Да. Как же долго нужно ждать? Где твое терпение? Когда что-то включаешь, хочешь, чтобы... О, все, началось. Что-то не так? Нет, нет, тут просто... Как тут вообще? Как начать? Нажми кнопку старт. Я сам знал. Ну вот. Я знал. Короче, тебе нужно бежать на карту. Круг — это атака вращения. Убегай от луны. Почему он за мной катится? Просто беги от него. Ничего не сделал. Прыгай. Лечи. Я тебя воодушевляю. Давай. Это что, лиса? Бандикут. Похож на лису. Да. Как лиса лечится. Так, ломай ящики. Чем лиса ломает ящики? Ну, просто да. Лиса. Кстати, лиса, да? Это бандикут. Какой же это бандикут? А, ты хоть раз их видел? Да, где? Но вряд ли они нам нравятся. Да, хватай же. Что делать? Сотни фруктов дают одну жизнь. Сотни? У кого есть время собирать сотни? А, что случилось? Ты упал в яму. Подняться. Ты он. Неправдоподобно, я бы смог оттуда выбраться. Ему нужно учиться ловить. Меня это всегда спасает. Да, есть, получилось. Чем он крадет семью? Лиза вдруг не едят. Он не крадет, он собирает. А не его. Значит, это кража. Ну да, тебе видней. Ты о чем? Ни о чем. Опять твои шутки. Заберись. Ты сам нарвался. Это издевательство. Я же почти дошел. Ну, а ты еще попробуй. Давай, все или ничего. Мою машину уже давно пора Серьезно? Помыть. Серьезно? Ты меня еще подначивать Там будешь? Есть режим, называется легкий. Может, включишь? На нем, правда, очень легко. Ты сейчас у меня
договоришься. Что ты сделаешь? Я тебя предупреждаю. Что ты сделаешь? Предупреждаю. Ну, по правде, ну что так, ты сделаешь? Я тебе сказал. Покажи. Ну я что тебе ты сказал? По правде я сделаешь? Тебе Эй, ты счастлив? Ну, конечно. А ты? Серьезно? Иди сюда. Пока закрыто. Закрыто. Да что ж тебе. Ладно, иду я, иду. Ну, люди. Да, вам помочь? Я тут ищу своего брата. Он вашего роста, постройнее. И без такой седины на висках. Сэм. Рад тебя видеть, Нейт. Господи, Сэм. О, ладно, ладно, полегче, полегче. Как? Я думал, тебя подстрелили. Да, было дело. Вот сюда. Господи. Их врачи, ну, врачи, меня заштопали и тут же посадили обратно. Но я же выяснял, 100 раз проверил. По всем каналам всюду подтверждалось, что ты погиб. Нейт, мы убили охранника. Поэтому они очень хотели сгноить меня в этой камере. И у них почти получилось. Господи, Сэм. Если бы я знал, я клянусь тебе, я ты бы за тобой... Ты вывернулся. Я знаю, Нейт, я знаю. Но важно то, что я выбрался. Эй, эй, все нормально? Да. Надо на воздух. Ты, я надеюсь, в обморок не упадешь? Я постараюсь. Такие новости, знаешь ли. Ну, как ты выбрался? Когда ты выбрался? Как ты вообще так, меня нашел? Так, тормози. Лучше сядь. Давай про себя. Я? Да. А что? Ну, мои старые знакомые рассказывают безумные истории. Какие еще истории? Например, как ты висел в вагоне над пропастью в Гималаях. Это... Ну да, было. Выкладывай, что я пропустил? Даже не знаю, с чего начать. Давай с лучшей части. Ну, помнишь нашу теорию о том, что Фрэнсис Дрейк инсценировал свою смерть? Ну да. И это правда. Я нашел гроб. У берега Панамы, да? Да. И ты представляешь, я его открыл. Ну? А тела нет. Но на дне лежит дневник. Не врешь? Ну и все как обычно. Потерянный город разрушен, но мы из него выбрались. Чудом. Невероятно. Ну да, невероятно. Жаль, тебя не было. Нет, я в буквальном смысле не верю. Ты говоришь, что типа наткнулся на очередное легендарное сокровище и от чего-то вдруг опять удалился ни с чем. Ну, вот такова моя планета. Удалось, конечно, прихватить несколько побрякушек. Хватило на машину, дом, кольцо с бриллиантом. Господи, я женился. Что ж, я сразу-то Елена, про которую я... Она моя жена. Я тебя познакомлю. Приходи сегодня к нам в гости. Мы поужинаем. Я ей про тебя расскажу. Черт.
Надо ей рассказать. Нейт, у меня большие проблемы. Что? О чем ты? Какие проблемы? Знакомо имя Гектора Алькасара? Да, он наркобарон. Угу. Панамский мясник вроде. А что? Ты не поверишь, но... Мы год сидели в одной камере. Так я и выбрался из тюрьмы. Книжку забросил, да? Подойди-ка, Самел. Слушай, охрана песни поет. Ну, напились, походу. Возможно. Но они довольны. Как можно быть довольным такой убогой жизнью, убогой работой? Ха. Ну, зато их дома женушки ждут. А у нас с тобой что? Без обид. У нас есть мечты. И когда мы выберемся, мечты поведут нас в такие дали, какие этим болванам не снились. Ну что ж, меня восхищает твой оптимизм. Что ты сделаешь, когда выйдешь, Сэмюэл? То есть, если я выйду? Да ты и сам все знаешь. Да, знаю. Но я хочу услышать от тебя. Я пойду искать величайшее пиратское сокровище, о котором я тебе уже все уши прожужжал. А нет. История Генри Эвери и его 400 миллионов в золоте стала для меня слаще колыбельной. Думаешь, ты их правда найдешь? Если будет шанс, конечно, найду. Амбиции. Как там Эвери говорил? Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Мне это нравится. Это еще что? Ну, вот это и есть наш шанс. Сеньор Алказар, Меля Груберу. Садима Деки. Ох, Косемус Корель. Сэмюэл, ты готов ловить свою фортуну? Да. Ломонос.